феврале вступили в силу новые законы, направленные на социальную поддержку жителей страны и, в первую очередь, семей. Например, мат-капитал проиндексирует почти на 12%. Для семей с одним ребенком он составит 587 тысяч рублей и 775 с половиной тысяч для тех, у которых появится второй ребенок, если до его появления право на мат-капитал не возникало. Если же он был оформлен, то доплата составит 188 681 рубль. Также с февраля увеличиваются единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ним и регулярная выплата инвалидам.